здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Житель Балхаша убил соседскую собаку на глазах хозяйки. Сегодня мужчина скрывается от полиции. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Абай-Тапар. По предварительной версии, один из водителей не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Управление специальной службы охраны Карагандинской области поздравило пенсионеров с Днем пожилых людей. Сотрудники службы организовали праздник для подопечных Абайского дома престарелых. Житель Балхаша убил соседскую собаку на глазах хозяина. Мужчина не раз угрожал семье расправой над животным. Породистый пес мешал ему своим топотом и лаем. На очередной утренней прогулке он встретил пса с ножом. Три удара оказались смертельными. Все подробности далее. Мы полтора года только ждали этого щенка. Фотоальбом и поводок – это все, что осталось у Виталия Еремина от любимого питомца пса по кличке Нанук. Породистый хаски был для семьи как ребенок. Его долго ждали. Но в прошедшие выходные собаки не стало. Во время утренней прогулки на глазах у хозяйки его убили. Взяли его маленьким совсем. В принципе, рос добродушным всегда. Жалоб от соседей, в принципе, никаких не поступало, что там он кусал кого-то или на кого-то кидался, гавкал. Но для нас с супругой он был... как член семьи, наверное, понимаете, потому что мы действительно долго ждали его очень. И когда завели его, радовались и воспитывали их. Начали подниматься на свой этаж, мы живем на третьем этаже, собака шла впереди. На собаку напал сосед. Он с ножом поджидал ее на втором этаже. Мужчина успел нанести три удара в шею и бока. Один попал в почку. Хозяйке удалось вызволить пса и убежать. Нападавший пустился в погоню. Возле подъезда остался кровавый след его ноги. В этот же день, через 10 часов, животное скончалось. Он бежал, кричал, она говорит, вслед угрожал, я вас догоню, убью. И угрозы сыпались в их адрес, конечно. Она в шоковом состоянии, наверное, просто бежала. И это неоднократно уже было, когда он встречает здесь, угрожает в подъезде. Не только даже когда с собакой. Без нее угрожает, именно моей супруге угрожает расправой. Оказалось, что еще в декабре владельцы собаки обращались в полицию из-за угроз. Тогда материал не дошел до рассмотрения. В этот раз завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В течение недели его передадут в суд, который и определит наказание. Предусматривает, то есть по данной статье до 200 МРП штраф, либо исправительным работам в том же размере, либо общественным работам до 180 часов, либо административный арест до 60 суток. Однако пока расследование не движется, полицейские не могут найти подозреваемого. По словам его матери, он уехал к родственникам в аул. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Казбекбийском районном суде продолжается процесс по делу возможного мошенничества при продаже земельного участка. На скамье подсудимых покупатель Назымбек Жумагалиев. Его отец заявляет о невиновности сына. Кроме того, стало известно, что заведено уголовное дело в отношении следователя, который расследовал это дело. Напомним, что причиной раздора стал земельный участок с недостроенным домом, который 2 года назад приобрел Назымбек Жумагалиев. Спустя долгое время прежний владелец заявил о незаконных действиях подсудимого. Однако в суд поступила жалоба не от него лично, а от третьего лица. Следственные органы завели уголовное дело, и Назымбек оказался под стражей. Он обвиняется в том, что присвоил чужое имущество в размере 25 миллионов тенге. Сегодня Назымбек пытается доказать свою невиновность. Он заявляет, что его оппонент Дархан Акимжанов занимается вымогательством. То есть Акимжанов вместе с сотрудниками правоохранительных органов заставили и забрали у Болотова Димы земельный участок, где я прохожу свидетелем, с домом, мотивируя и угрожая, что его закроют в тюрьму. Данные это зарегистрированы в ВДР. Акижанов отворен в следственный изолятор. Прошу вас возбудить уголовное дело по отношению Акижанова по статье 419. Также прилаживаю бумаги о том, что я похожу свидетелем. В качестве свидетеля меня допросили.
Стоит отметить, что сегодня на гражданина Акимжанова заведено уголовное дело. Под стражей оказался и следователь, который вел дело Назымбека Жумагалиева. Что касается судебного процесса, то сегодня его вел уже другой судья, а сторону обвинения поддерживал другой прокурор. Так кто же настоящий преступник? Очень надеемся, что суд во всем разберется и вынесет решение, основанное на законе. Андрей Тенза, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Абай-Тапар. По предварительной версии полиции, водитель автомашины «Тойота» не справился с рулевым управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Киа». Авария произошла 30 сентября на автодороге Абай-Тапар. На этих кадрах любительской видеосъемки видно, насколько сильно повреждены обе автомашины. В результате аварии два пассажира автомашины «Киа» скончались на месте. Пассажир «Тойоты» скончался в больнице. Водители обеих автомашин госпитализированы в больницу. В полиции заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на автодороге Абай-Тапар, проводится досудебное расследование по статье 345, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 30 сентября на автодороге Абай-Тапар, 3 км от города Абай, водитель автомашины Toyota Mark II, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Kia Cerato. В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек от полученных травм скончался на месте. Двое водителей госпитализированы. На сегодняшний день назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. В структуре местного государственного управления произошли изменения. Как сообщает пресс-служба областного акимата, цель реорганизации управления – повышение результативности и эффективности их деятельности. В Карагандинской области теперь не существует управления экономики и финансов. Его разделили на два органа – управление экономики и бюджетного планирования и управление финансов. Вновь созданному управлению финансов переданы некоторые функции управления государственных активов и закупок, в частности, управление коммунальным имуществом. Руководителем управления финансов назначена Ольга Чернявская. На опорном совещании представили и руководителя управления экономики и бюджетного планирования. Им стал Ораз Таурбеков. Управление государственных активов и закупок переименовано в управление государственных закупок. Возглавил его Мурат Кадеков. Также реорганизовано управление архитектуры и градостроительства. Его присоединили к управлению строительства. Теперь это управление строительства, архитектуры и градостроительства. Руководителем назначен Бауржан Исабаев, ранее возглавлявший управление строительства. Курильщики Карагандинской области пополнят бюджет на сумму свыше 44 миллионов тенге. Такая сумма сложилась из штрафов за нарушение запрета на курение в отдельных общественных местах. С начала года за курение в неустановленных местах в Карагандинской области к административной ответственности привлечено более 8 тысяч человек. Особенно часто нарушают закон люди, куря в подъездах, домов, местах массового отдыха и в государственных организациях. Все мы знаем, что курить в общественных пунктах питания запрещено, но вместе с тем, если в данном кафе, ресторане, питейном заведении оборудовано место, то там курить именно можно. Но это помещение должно быть оборудовано согласно санпиновским нормам. Вместе с тем, если данные требования все-таки нарушаются, то на должностное лицо накладывается штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, а на юридический – 40 месячных расчетных показателей. Делайте вывод, стоит ли разрешать курить в общественном месте, именно там, где употребляют пищу. К местам массового отдыха относятся театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, музеи, библиотеки. Основную массу нарушителей составили те, кто курил в подъездах домов. Таких 5280 человек. В основном у нас курят в подъездах домов. Это очень острый бич, который на сегодняшний день. И с этим борются все сотрудники полиции, в том числе участковые инспектора полиции. Кроме того, курят в парках, скверах. И тех местах, которые определены законом согласно Кодексу о здоровье нации. Штраф за нарушение запрета потребления табачных изделий в общественных местах составляет 3 месячных расчетных показателя. А при повторном нарушении штраф возрастет и составит 6 МРП. Сегодня месячный расчетный показатель составляет 2269 тенге. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
В Доме дружбы прошел региональный семинар «Типы и методы работы этнокультурных объединений в языковой политике». Целью мероприятия стало развитие государственного и других языков, формирование общих культурных ценностей. Своим опытом поделились члены этнокультурных центров. Глава секретариата Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области Ирлан Кусаин рассказал о прогрессивной языковой политике в стране, которая ведется с первых дней независимости. Это позволило создать все возможности для развития языков и культуры всех этнических групп, проживающих в республике. В Казахстане за годы независимости ни один этнос не утратил свой язык. Мы бережно храним и создаем все возможности для развития культуры даже самых малых этнических групп. Казахская земля объединила более 100 этносов. Конечно, чтобы все это этническое многообразие стало единой нацией, нужен хороший цемент. И сегодня главным фактором, цементирующим нацию, является казахский язык, язык государства. Управление специальной службы охраны Карагандинской области поздравило пенсионеров с Днем пожилых людей. Сотрудники службы организовали праздник для подопечных Абайского дома престарелых. Музыкальные номера, теплые слова, поздравления и подарки – все это сотрудники управления специальной службы охраны Карагандинской области привезли в дар подопечным дома престарелых в городе Абай. Стоит отметить, что подобное мероприятие управление проводит не в первый раз. Уже многие годы полицейские поздравляют с Днем пожилых людей, пенсионеров Сарани, Шахтинска и Абайи. Целью данного мероприятия является поддержание высокой социальной культуры нашего коллектива, воспитания, патриотического воспитания нашего коллектива, а также поддержки пожилых и инвалидов на территории нашего региона. Посмотреть праздничный концерт в актовом зале собрались все подопечные этого дома, все, кто смог прийти. Но без подарка не остался никто. Гости поздравили всех. Здравствуйте. С праздником вас прошедшим. Это вам у нас. Это самое тяжелое. Спасибо большое. Но не подарки являются главным, признались обитатели дома. Куда важнее – внимание. Конечно, им не хватает этой внимания, доброты, общения. Мы очень рады вас приветствовать. Ежегодно вы приезжаете с концертами. Выражаем вам благодарность за поздравления с этим осенним праздником, праздником доброты и мудрости. Очень была замечательная концертная программа. И спасибо за ваш праздничный стол. Особенно трогательными для пенсионеров стали поздравления от детей участников праздничного концерта. Я поздравляю всех жителей города Абая, наших бабушек, дедушек с этим праздником. Желаю им счастья, здоровья, чтобы они также жили больше 100 лет и процветали в нашей стране Казахстан. Чтобы они никогда не болели, чтобы у них были такие же внуки, здоровые, чтобы они всегда и приносили радость, и были послушными. Международный день пожилых людей отмечался 1 октября. Основная цель праздника – привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста. На сегодняшний день в Казахстане проживают около 2 миллионов людей почтенного возраста. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. День пожилых людей, объявленный Организацией Объединенных Наций в 1990 году, отмечается нашей страной вместе с мировым сообществом. Региональное отделение Ассамблеи народа Казахстана также организовало мероприятие, посвященное этому дню. Целью акции стало воспитание патриотизма у молодежи и развитие культурных ценностей, таких как уважение к пожилым людям. В праздничном мероприятии также приняли участие члены этнокультурных объединений. После официальной части творческие коллективы города исполнили танцевальные и песенные номера. Ұлы Отан соғысының ардагерлері, еңбек ардагерлері, этномәдени орталықтардың белсенділері. Ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и активистам этнокультурных организаций раздали подарки. Для них организовали праздничный концерт. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы поднять настроение пожилым людям и дать им почувствовать себя нужными этой стране. В знак благодарности пенсионеры дали нам свое благословение. К другим новостям. Дрессированных волков, леопардов, змей и крокодилов увидели зрители на манеже Карагандинского цирка. 30 сентября свою программу представил Росгосцирк. Гастроли проходят в рамках предстоящего столетнего юбилея крупнейшего цирка в мире. С
«Салют лауреаты» – именно так называется масштабная программа Росгосцирка. Росгосцирк существует с 1919 года, когда 26 августа Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об объединении театрального дела. Согласно этому документу, цирки России стали государственными. С тех пор прошла масса преобразований и изменений, но миссия Росгосцирка остается неизменной. В своей работе артисты стараются беречь вековые традиции циркового дела как феномена культурного наследия. С яркими оригинальными номерами смогли познакомиться карагандинцы. В выступлениях задействованы артисты России, Украины, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Зрители увидели дрессированных коз, волков, леопардов, а также змей и крокодилов. И какое же цирковое представление обходится без клоунов, любимцев публики всех времен и народов? Уникальная система Росгосцирка основана на так называемом цирковом конвейере. Сегодня это почти 500 оригинальных цирковых номеров и программ. Над постановкой работают лучшие цирковые режиссеры, хореографы, композиторы. Цирковые номера по достоинству оценили главные зрители – дети. Многие из них желают вновь побывать на этом празднике. Мне больше всего понравилось, когда были там крокодилы. Как люди на воздухе делают сальто. Ну, больше всего мне понравилось, как клоуны выступали. И мне этот цирк очень нравится. Я бы с радостью еще раз этот цирк посмотрел. Артисты Росгосцирка с программой «Салют лауреаты» пробудут у нас до 29 октября. Представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 16 часов. Кассы цирка работают ежедневно с 10 до 18 часов без перерывов и выходных. Подарите всей семье настоящий праздник. Андрей Тенер, Жан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» продолжает победное шествие в выездной серии. В городе Чехов 2 октября горняки обыграли местную звезду со счетом 2-4. С первых минут первого периода карагандинцы устремились в атаку, но до опасных моментов дело не дошло. А вот хозяева на 10-й минуте довели свою атаку до логического завершения 1-0. Но уже на 13-й минуте карагандинцы сравняли счет. С подачи Валерия Полякова гол забил Константин Соколов 1-1. После первого гола хоккеистов «Сарыарки» уже было не остановить. Не прошло и минуты, как Олег Ломако забросил вторую шайбу в ворота хозяев. А еще через минуту гол на свой счет записал Исаак Валицкий. После первого периода счет 1-3. В начале второй 20-минутки команды обменялись атаками, но вратари играли надежно. На 29-й минуте матча хозяева площадки забросили вторую шайбу в ворота карагандинцев 2-3. Третий период игра проходила на встречных курсах. Атаки сменялись контратаками. В последние минуты матча хозяева поменяли вратаря на 6-го полевого в надежде перевести игру в овертайм. Но уловка не удалась. В итоге Сергей Тополь отправил шайбу в пустые ворота. Матч закончился со счетом 2-4. ЦСКА, вернее, правильно сказать, звезда, да? Мы и говорили, думаю, что это одна из систем, которые действительно сложные системы, вертикаль. Все три команды играют приблизительно в одном стиле, мощно, в тело. Мы готовились к этому. Первый период пропустили, потом здорово сыграли отрезок, наверное, хороший отрезок провели, забили три шайбы. Звезда мощно играла, шли вперед. Я считаю, хорошая игра. Я думаю, что мы победили, ребят, заслуженно победили. Сегодня карагандинские хоккеисты отправились в Китай. 5 октября в городе Харбин «Сарыарка» сыграет с местным клубом «Куньлунь Ред Стар Хэйлудзян». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.
О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солбанстер.